самые креативные, артистичные, при этом еще и трудолюбивые. Это все о студентах трудовых отрядов Чувашии. Всех их уже не один десяток лет собирает вместе «Звездная карусель». В этом году фестиваль прошел во Дворце культуры Чувашского госуниверситета. Педагоги, строители, аграрии, проводники РЖД. В этот вечер все они немного артисты. На «Звездной карусели» подводят итоги летнего трудового сезона. И, конечно, от каждого отряда творческий номер. Раньше в фестивале участвовали только педагогические отряды. В последние 3 года к ним присоединились все трудовые студенческие коллективы. Отряд у нас образовался недавно, это в ноябре прошлого года. Мне пришла такая идея, чтобы объединить студентов факультета ветеринарной медицины и зоотехнии для совместного обучения на практике. Сейчас состоит 55 студентов, 55 бойцов отряда. Их поле деятельности – ветеринарные клиники, приюты для животных, фермы, зооуголки. Они помогают тем, кто больше всего в этом нуждается. Практики предостаточно. В этом году ребята стали участниками 2 крупнейших всероссийских проектов «Мост» и «Альтаир», где совершенствовали свое мастерство. Студенческие трудовые отряды из Чувашии работают практически на территории всей России. 17 февраля 2016 года в Российской Федерации отмечается День РСО. Это как раз говорит о том, что государство оценивает ту роль, которую трудовое студенчество играет в развитии экономики. В этом году у нас было 64 отряда. Самые многочисленные, вы знаете, это у нас педагогические отряды, сервисные отряды, строительные, сельскохозяйственные. Я в студенческом отряде уже 3 года, и на самом деле это очень хорошая площадка для развития себя, развития своих творческих каких-то способностей, развития личностных качеств, такие как общение, коммуникабельность. Впервые на фестивале «Звездная карусель» в этом году студенты соревновались, кто умнее. Ребята соревновались командами, опять же, между собой по знанию устава, по знанию традиций, по знанию истории студенческих отрядов и вообще по логическим задачкам. Все призовые места достались педагогическим отрядам, но это ведь не главное. Важно, что все эти ребята хранят традиции и строят будущее. Татьяна Трофимова, Татьяна Раевская, Андрей Шоклев, Республика.